Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я сегодня к вам с вопросом и с информацией некой. В общем, такая ситуация у меня на моем канале. У меня такое ощущение, что YouTube не показывает мои видео, ну, так скажем, широкой аудитории. То есть показывает он видео только очень маленькому кругу лиц, в основном это мои знакомые, а как бы другим подписчикам даже не показывает мои видео по какой-то причине. Но, скорее всего, YouTube не смог простить мне мое отсутствие определенное количество времени на канале, да, то есть не смог мне простить нарушение такого алгоритма, как регулярность выпуска видео. И поэтому, собственно, вот такая беда творится на моем канале, что видео не видят большинство людей. Конечно, мне это очень неприятно, и я прихожу к такому мнению, что мне нужно, наверное, закрыть этот канал, но, конечно, деятельность на YouTube мне хочется продолжать, потому что это моя отдушина, это, так скажем, мое хобби. Мне очень интересно заниматься именно видео, мне очень интересно заниматься и фотопроектами. Вы, мои зрители, это вообще моя отдушина. Мне очень приятно с вами общаться в комментариях. Я очень жду всегда встречи с вами и съемка нового видео. Особенно, если оно откликается в ваших сердцах, мне доставляет огромную радость. Поэтому, конечно, заканчивать эту деятельность я не хочу на YouTube. В связи с этим я решила, что нужно создать тогда новый канал. И я бы хотела бы часть видео с этого канала забрать на новый канал. Как вы считаете, стоит ли мне так делать? Мне очень нужна от вас такая информация. И также такой вопрос. Перейдете ли вы на новый канал? Мне это очень важно. Напишите мне, пожалуйста, в комментарии, да, ответ на два вопроса. Перейдете ли вы на мой новый канал? И как вы считаете, стоит ли заводить вообще этот новый канал? Или все-таки продолжать вести старый, вам как-то будет спокойнее, удобнее, что я буду здесь? Надеюсь, что вы сможете найти время написать свой комментарий, написать свою позицию. Я буду от вас этого очень ждать. Но сейчас с вами буду прощаться. До новых встреч. Увидимся в комментариях. Пока-пока.